Сосна дала зеленые шишечки. А, на рынке встречали же, есть варенье из шишек. Вот и именно из таких зеленых шишек варится варенье. Вот я их пособираю, себе сделаю тоже пару баночек варенья. Оно вкусное, такое приятно терпкое на вкус. Здравствуйте, друзья, вас приветствует Алексей. Мы сейчас находимся на кухне, в бытовке. А время у нас 10:35. Я начинаю готовить, и сегодня будем готовить варенье из свежесобранных сосновых шишек. Они настаивались весь день. Сейчас начал подогревать, насыплю туда сахарного песка. Здесь 3-литровая кастрюля, засыплю где-то около грамма. Вот это урожай картошки. Это с 2 тин. Я вот такую люблю вообще, обалденно. Как семечки кушаешь. Помимо этого буду сейчас готовить любимые тушеные овощи. У меня супер кабачок есть. Вот такой. Этот кабачок, картошка, лучок. Приступим. Друзья, вот варенье варится постепенно на маленьком огне. Я и эту половину кабачков. Семечки не стал вынимать. Подумаешь, маленько поплюю семечками. Вообще, тыквенные семечки, они полезны. Вообще, кабачок можно кушать так, в сыром виде. Обалденно вкусно. Как видите, места у меня не очень много на столе. Люблю резать крупно. Это называется по-мужски. Сначала, когда учился на повара, ногти у меня, конечно, страдали постоянно при резке ножом кухонным. Сейчас вроде приноровился. Как в свое время преподаватель учил, берете, например, ну, ту же картошину, вот так зажимаете ногтями, начинаете резать. Примерно вот так. У меня есть музыка, озвучка живая. Атавайо поет. Группа есть такая. Кабачок в таких размерах треугольничками нарезаю, он утушится и станет намного меньше. Вот целая тушилка набилась. Тушилка, кстати, советская,
Она куплена моими еще бабушкой и дедушкой. Она стоила в то время дорого, 9,90. Но она вот, ей цены нет. Я в такой тушилке, у меня она используется как форма. У меня их две. У меня их две таких. Одна в Петербурге, одна здесь, в Псковской. И у меня получается каравай большой запекается. Варенье, как видите, кипит постепенно. Картошку, лук. Молодую картошку я мою вот таким способом. Обычная металлическая щеточка, губка металлическая. И вот так ее под водой, и кожица снимается, и получается чистая картошка. Какая картошка. Варенье. Вот такого цвета. Вкусненько. Губы слипаются от смолы. А вот у меня резервный бак для воды. Самодельный, покрытый эмалью, влезает 2 ведра. Извиняюсь, что бардак на кухне, некогда заниматься. Я каждый день по 12 часов работаю. Перерыв на обед полчаса. Ну, последняя картошина. Вот, нарезаем лучок. У меня младшая дочка любит лук есть. Прям берет луковицу и бабахает. Поначалу обалдевал. А старшая любит вот так картошку взять и съесть. Постоянно, как мама готовит суп или что-нибудь с картошкой, ребенок стоит над душой. Говорит, дай мне картошки. Видимо, крахмала не хватает. А младший, я не знаю, в луке, конечно, много веществ. Что-то тоже не хватает. Маша вообще поначалу любила лимончики. Просто брала лимон, как яблоко кушала. Для меня это вообще, я клюкву если поем или лимона, у меня сразу кислотность, бах, залетела. А им хоть бы что. Длительный процесс. Шишки должны потемнеть, стать коричневыми. Тушатся кабачки. В принципе, можно добавить сюда и картошку.
это не очень. У меня все полетело. Сейчас идет. Здесь картошка варится. Чайник кипячу для того, чтобы стерилизовать банки. Тушится. Варенье варится. Картошка кипит. Чайник. Берем баночку, ставим, пускай она стерилизуется паром. Процесс идет. Заполняю банки вареньем из сосновых шишек. Стерилизую крышки в кипятке. Спасибо за внимание. С вами был Алексей. На кухне. Поселение Чисто Небо. Усадьба Мятная Поляна. До скорых встреч.